зала штунками зав мерли стривожені Женя, Саша і хлопці з тріо типажі. Чого ж тепер чекати їм? З першої ж зустрічі біля планшетів компанія домовилася. Нехай буде важко, але композицію для першого випробування треба брати потужно. Вибрали пісню «Слова», яку пів Єтінкович. Слова стали мені і в шепоті тілі. І довго надіялись, що ніхто не візьме, крім нас. Так, да, і ніхто не взяв. Ніхто не взяв. Що було, то пройшло. Да, там. А этот парень вообще знает Женю Литинфу лично. Женя был на концерте, он занят, он со мной поговорил секунд 20. Сказал, что зря. Что было, то прошло. До ранку трійка не мала спокою. Якщо вже сам Євген Літвінкович сказав, що на цю пісню вони зазіхнули даремно, може їхня сміливість була надто необачною? Как настроение, друзья? Хорошо. Замечательно. Пойте. Спасибо. В тебе моя печаль, в тебе мой страх, и музыка моя в тебе одно. Теперь разум мой в твоих руках. Душа моя измучена тобой. Испитана, утомлена, и знаю, ты тоже сон. Душа моя не заперта, но в сердце будь перегражден. Слова остались мне в шепоте теней, я слушаю во сне историю о ней. Слова остались мне, как дверь без ключей. Боже, лишь слова остались мне. Пустая тишина во тьме звенит, и мир молчит, весь мир молчит. Твоя лишь в том вина, тобой забыт. Израненный, несчастный мир не спит. Слова остались мне, и в шепоте теней я слушаю во сне историю о ней. Слова остались мне, как дверь без ключей. Боже, лишь слова остались мне. Холоднее льда воспоминаний боль, но в моей душе по-прежнему светло. О, Господи, о ней забыть скорей. Что было, то прошло. Вам досталась сложная песня. И исполнить ее ярко, интересно, конечно, заставляло приложить силы. Хочется отметить трио типажи. Вам удалось не потеряться, не перекрыть других двух участников. И это было замечательно. Женя Веренич совершенно не общего лица. Внес свою краску, прекрасный голос.
Саше Юрковой было особенно, наверное, тяжело в этом коллективе мужском. Тем не менее, вам тоже удалось сказать свое слово. И все вы, все впятером, получаете от нас решительное и категорическое «да». Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну как? Да! Супер! Да? Класс! Кто еще в шоке? Да, сейчас надо отойти, потому что ну, расхвалили, аж неудобно как-то. Класс! Ребят, поздравляю вас! Спасибо. До встречи! Спасибо.